Так, меняем подушку. Toyota Corona Premium 2007, ой, 1997 года. Что тут? Нам надо открутить вот один болт. И вот здесь внизу, которая лыжа так называемая, еще два болта. Здесь сами шестигранники на 14. Ну что, откручиваем. Вставляем ключи, откручиваем. Я даже... Короче, решили мы менять заднюю подушку и переднюю. Чтобы поменять заднюю, нужно открутить вот эту лыжу. Чтобы открутить лыжу, нужно открутить защиту. Вот, откручиваем защиту. Это плохо откручивается. Ну ладно. Так, вот здесь порвана. Она еще наверху где-то крепится, кстати говоря. Наверное, колесо придется снимать. Короче, открутил один, два. И вот здесь вот, болты. Здесь вот еще один болт. Сейчас мы его открутим. Вот он держит. Вот он. Так, защита снята. С одной стороны. А с другой здесь вот саморез закручен. Надо этот. Так, откручиваем саморез. Тут уже кто-то. Вот такой саморезик. Так, вот так вот мы ее будем отодвигать, до конца не будем снимать. Ладно, крутим дальше. Чтобы снять подушку, надо открутить раз, два, три, четыре. Так, и вот этот болт, который подушку крепит. Пять болтов. А, еще крепление тросика вот здесь. И крепление кондиционера. Работает, кстати, кондиционер? Нет. Нет. А он, кстати, тоже вот в холостую крутит, он же тоже берет грамм 200-300. Лыжу снял, вот вытащил старую подушку. Вот видите, внутри она оборвана. Угу. Вот этот вот выступ, ставится сзад. Вот сюда вот. Примерно так. Сейчас будем ставить новую. Устанавливаем новую подушку. Видите, она не симметричная. Вот эта вот часть выступает. Это взад, а вот это перед. Так, затянули. Теперь гайку. Затягивать пока не буду, пока лыжу не поставлю. Да? А потом... С лыжей это неудобно, да? Да, затянется нормально. Еще заднюю там надо, да? Так, теперь смотрим заднюю подушку. Вот она. Один. Сколько там? Четыре болта, да, по-моему, надо открутить? И верхнюю еще. Ну, ну сейчас попробуем. Вот она, новая подушечка. Видите, 4 места крепления. Две шпильки и 2 болта. Сейчас надо будет там внизу открутить и само крепление к двигателю. Срываем здесь болты. Шестигранник на 14. Кстати, он почему-то... А, наверху. Короче, в самой балке, вот которой закручивается гайка, внутри вода. И поэтому вот это и сорвалось. Фигня. Вон, смотри. Видишь, что? Она заржавела там, поэтому резьба и сорвалась. Впереди, на передней подушке. Ой, не подушке, а лыжи. Ну, сейчас будем здесь откручивать. Лыжа держалась? Да, один болтик. Вот такая головка, потому что короткая, не подходит. Вот так вот. Что-то... не понял. Либо она это... Так, открутили эту гайку. Не надо, у меня есть кнопки. Все, внизу подушка откручена, осталось открутить еще вот этот вот. Да, вот это крепление к проушине, вот к этой, которая к двигателю крепится. И подушку вытаскивать. Ключ, по-моему, на 17, да? Или на 14. Вот этот болт
откручивается, прям видите, по одному щелчку. Раз. Да, да, да. Еле, да, еле-еле-еле. Ну идет последний болт, который крепит подушку. Срывали тоже, натягивали сюда трубу. Вот эту вот, вот такую вот, такую трубу. Иначе не получилось. Все откручено, пошевелили движок. Вот он, болт. Ну все, сейчас самое интересное начнется. Вытаскивание вот этой подушки. Как мы ее вытащим, не знаю. Ага. Вверх пошевели ее. Так, вот она идет. А вот этот кронштейн надо открутить. Попробуем сейчас. А, здесь наверх, да, вот этот вот болтик на 12 сейчас сверху. 12. Попытаемся открутить. Так. Только в нужную сторону крути, чтобы не сорвать. Да, правильно, правильно. Че, не идет? Угу. Пошел? Да. Хорошо. Так вот отсюда сейчас. Так вот. Так вот. Камера маленькая, все видно. О, идет. Как легко пойдет, скажешь, я рукой возьму. Так, ну вот он, от руки открутился. Это у нас что за кронштейн? Что он держит? Патрубок, да? Патрубок, да. На гидроусилитель. На рейку идет, наверное. Ага. Угу. Да, да, да. Так, ну что, пробуем, попробуем вытаскивать. Пробуй, тащи вверх. Так. Так, знаешь что, надо движок снизу, наверное, ломиком маленько под это. Давай, где что? Подушку вытащить не можем, решили откручивать вот этот кронштейн, который крепит ее к двигателю, вернее, к коробке. Тут два. Да, обыкновенную. Сейчас отверткой очистим грязь. Так, насколько там интересно? Накидной ключ. На 17. Но тут что-то мне не нравится. Грязи, наверное, не убрал. Он, наверное, все-таки не на 17 здесь. Не, на 14. На 14 сейчас. Короче, откручиваем. На 14 один болт. И там наверху второй еще. Так, вот они. Два болта откручены, теперь надо подковырять ее чем-нибудь. Например, отверткой. О, а что она держит? А, еще третий, вот он еще третий держит. Так, пока приотпусти. Так, третий. Вот он, третий. Короче говоря, кронштейн держит три болта. Пока ничего не надо. Так. Откручиваем. Так, теперь надо отодвинуть. Кого? Ну, так же движок. Обратно, да? Да, вот как держал до этого. Давай монтаж. Не-не-не. Не, вот так? Не, назад. Назад? Вот так, держи. Угу. Прям чуть-чуть подержи. Угу. Все, кронштейн, который двигатель крепил, убрал, все, отпускай. Теперь подушка должна пойти. Отпускай, отпустил? Все. Ну, пробую вытаскивать. Сейчас я вот здесь еще монтажечкой. Опа! Вот так. Там крути как-нибудь ее. Крути, верти. Вытаскивай. Да вниз ее ронять. Не надо. Вниз не пойдет. Хотя может и пойдет. Пойдет. Там только вот этот трос. Подожди, подожди, сейчас. Дай-ка, да, дай-ка, дай-ка. Надо двигатель еще подвинуть, как двигал до этого. Двигай. В другую сторону. Ага.
О, все, вышла вниз. Ну, вот она, старая подушка. Помучились. Ну, вытащили. Держи. Она вот еще не совсем порвана. РБК уже Минина, не родная. RBA. Toyota на конвейере такие не ставят. Так, ну вот, теперь ставим. Было RBA, стало Тайвань. Новую подушку будем снизу ставить. Потому что сверху не зайдет. Так, надо также будет движок отодвигать. Нет, в другую сторону. Нет. Да. Вот так, если сзади, тогда расширяется. Блин, вот этот тросик мешает, капец. Это от коробки. Ага, тебе вот эти, да, надо вот так запустить, да? О. Блин, из-за троса не могу ставить. Так, сейчас я что-нибудь возьму. Угу. Там разверни ее. Вот это сзад же должна идти. Угу. Так. Эти шпильки. Вот они шпильки. Ага, вот так. Шпилька зад падет, да? Да. О, все. Все, встало? Встало. Так, немножко вот сюда. К тебе. Туда надо двинуть. Стоп. Угу. Все. Так, теперь нам надо этот ставить. Кронштейн, который снимали только что. Вот этот. Так, а он у нас пойдет. Угу. Так вот. Все. Вставил, теперь закручивать. В другую сторону движок. Ага. Еще движок, двигай. Так, один наживил. Фу, блин, уже шея болит, блин. Короче говоря, пока отдыхаю, говорю для зрителей. Пока не снимешь лыжу, пока не снимешь вот этот кронштейн и не открутишь от самой подушки 4 болта подушка, и от подушки вот там он крепление подушку не вытащить. И двигатель надо немного двигать, как бы, чтобы вот здесь вот больше было места, расстояние, вперед двигать. Ладно, крутим дальше. Прежде чем прикручивать подушку к коробке, надо ее слегка наживить, потому что будет уходить. Потом двигатель мы будем сейчас туда-сюда крутить, поднимать, и она уйдет. Поэтому я наживляю. Да ё-моё, попасть не могу опять. Ладно, сейчас попробуем без съемки. Шпилька очень длинная. Пока завернем. Так, прикрутили. Теперь надо еще один болт. Так, две гайки. Это. И два болта. Понятно, не понимаю. Ну-ка, как вот сейчас было, сделай. О, хоть труба отодвинулась. Только не бросай, опять же, пальцы. Так, теперь надо затянуть. Подушка прикручена, теперь вот так мы ее поднимаем, движок. Ага, давай. Вот, блин, а. Придется мне тут еще маленько, чуть-чуть назад. Оп. Вот так. Все. Сейчас. Еще шевели двигатель. Ага, вот так. Вот так. Все, можно не шевелить. Теперь надо крутить, да. Идет? Все, отлично. Ну, все, можно сказать, подушка поменена. Осталось только закрутить 1, 2, 3. И здесь через лыжу один болт. 4. И вот этот вот пятый. Ну и не забывайте, что мы откручивали еще вот этот кронштейн 3 болта. Это что, 8 болтов. Это только на эту подушку. Плюс лыжа еще.
Угу. Ты закрутил. По одному щелчку закручивается. Вместо кронштейн. Там болтик на 8, ключ на 12. Давай, может, я отсюда лучше. Вот так я попадаю. А давай, крути. Вот так. Блин, вдвоем-то лучше. Теперь будем устанавливать сюда лыжу. Вот она лыжа. Давай. Надо сейчас болты приготовить. Болтов-то я не помню. Передний. Вот этот маленький тонкий передний. Да? Да, да, вот этот передний. Да, да, да. Обломанный. А эти задние, да? Прикручиваем крепление шланга кондиционера. Сейчас мы его подтянем. Угу. И здесь на 12 ключ. Последний болт задней подушки. Ну все, подушка поставлена задняя. Передняя поставлена, и остался последний заключительный аккорд. А. Потянул, да, все потянул. Все внизу, здесь все затянул. Так.